Всем привет! Короче, этот спорт не набирает оборотов. Не набирает. Сколько оборотов? До каких он? 3000, 4000. 4 максимум. 4 максимум? А на холосты? На холосты как стоит, так стоит. А ну нажимай. Что, до 4 что ли? Да, до 4, выше 4, давай. Медленно только давай. Все? Все. Все, видите, не идет. Еще раз. Все, не идет. До 4 идет и все. Сенсор пишет педаль газа. Диагностика тоже. Пишет педаль газа. Ну, что-то я сомневаюсь в педаль газе. Сейчас будем делать. Ну, в первую очередь, если оборот не набирает, открыть фильтр воздушный и посмотреть. Вот наш фильтр. Натягиваем фильтр. Вот в каком состоянии. Так, что надо сделать так, чтобы... Видите, здесь мусора дохуя. Очень много его. Сейчас нам надо его продуть и без фильтра поездить. Фильтр его. Заводи. Ошибки нет? Нет. Давай, нажимай на газ. Видите, какой оборот. Скыр оборот. Было что, это уже переключить скорость. Так что, ребята, еще раз говорю, диагностику не обращается сильно внимания. Это машина, это головоломка. Понимаете? Знаешь, как лицо у него? В чем проблема? Все, ребята. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. А то, что диагностика иногда показывает, на него не надо обращать сильно внимания. Bye-bye.